Дэнни Байсаров после возвращения из Лондона развивает свои проекты в Москве. Внук Примадонны занимается организацией арт-вечеринок, увлекается искусством и любит окружать себя редкими вещами. Недавно на блошином рынке он нашел интересную вещь – двусторонний постер Аллы. С одной стороны – портрет, с другой – много фотографий и интервью. Сразу же понял, что это подарок для архива, который я должен купить. Байсаров подарит находку звездной бабушке для ее архива. Он поместил презент в двойную раму и повез вручать Пугачевой. К слову, молодой человек часто навещает любимую родственницу, а она всегда с нетерпением ждет младшего внука. Напомним, что Дэнни – сын Кристины от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. «Он самый дипломатичный человек в моей жизни», – говорила Кристина о сыне. «Порой думаешь, Господи, неужели это мой сын? Он умудряется для каждого найти доброе слово и для ребенка, и для взрослого».